И мы опять продолжаем играть на PlayStation 4 в бесплатные игры. И сегодня у нас игра под названием Minefield. Я так понимаю, это минное поле. Скорее всего, будет похоже на классическую игру из Windows. Минер, сапер или как он там называется. Так, что нам здесь они предлагают? Так, single player, select тему, сеттинги. Идем в сеттинги. Уровень сложности краб. Да, уровень сложности надо ниже нижнего. Специально для меня. Низкий это краб, да, а самый низкий это кран. Это кран. Крана краб еще есть. Так, language либо японский, либо английский, я Ставь думаю. Ставь на японском. Нет. Ну, на ну, английском тогда. Нет, на японский не будет, на английском оставим. Ставь на английском. Да, на английском мы оставляем. Мы знаем английский, да. Поэтому как бы... Нам... Сейчас мы вам все расскажем. Нет проблем. Нет проблем. No problem. No problem. Так, выбираем тему. Санкт-Петербург. Прекрасный выбор. Я вижу город Санкт-Петербург. Могу ли я его выбрать? Конечно, могу. Почему ты думаешь, что это Санкт-Петербург? Потому что Исааки через дорогу и Петр Первый. Я вообще не вижу. На коне. На кого Исааки-то? Вот. А, да, точно. X Select. Подожди, там все. Графон грузится. Так, single player. Погнали. А. Size. Big. Нет, мне надо маленький. Уровень. Easy. Это мой выбор. Start game. Кнопочку нажимаем, да? Ну, Санкт-Петербург. Только немножко зафотошоплен, какая-то Нева без набережной, как-то здесь так все красиво сделали. Так, ой, что нам делать-то? А. У тебя 6 секунд. Я? Нет? Да, 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 а, у меня... Бомб, а, я проиграл. Спасибо за внимание. Да, спасибо за внимание. Играйте, наслаждайтесь. Так, играем. Так, что значит... А, эти я не могу. Отмеченные цифрами. Я не играл в минера на Windows, поэтому я не знаю как. Где циферкой показывают, сколько бомб рядом. Вот, вот, спасибо за подсказку. Да, пробуем еще раз. Просто не работал в офисе нормальный, поэтому да, ты как-то да. В курсе, как это делается. Так, одна бомбочка здесь рядом. Вот моя мама тебе может рассказать, как играть в пасьянс. Так они везде, эти бомбы. Как же тут быть-то? Так, пробуем еще раз. Так. Ну вот здесь, сверху или снизу? Сверху или снизу? Где? Обе. Обе, значит не будем. Здесь сверху или снизу? Обе. Тоже обе? Да. А здесь? Одна. Так, а здесь? Или здесь, или здесь, или здесь? Все. Все с минами? Да. То есть нету ни одного места, где нету мины? Почему нижние две? Вот это? Опа. И вот это? Да, скорее всего. Опа. Так. Так. А тут есть кнопочка обезвредить или там... Ты только... Какая-то отфлок есть. И флип. Отфлок. Это что значит? Сейчас нажмем. И вот, что это? Я так понимаю, что ты обезвредил? Нет, я... я добавил флаг. А что это значит, я не понимаю. Еще добавим флаг, да? Еще добавим. Всем флаги добавим, короче. Не, на флип. Бомба. Да, да все, я взорвал. Так. Ну, уже лучше. Играйте, наслаждайтесь. До свидания. Последний раз я играю. Так. Так, здесь мы тоже открываем. Я думаю, вот это мы откроем еще. Все, спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь на канал, как бы играйте вот в этот прекрасный бесплатные игры на PlayStation 4. Ни в коем случае не играйте в платные. Вот эти вот. Ваши Death Stranding, там, да, вся да, эта фигня. Не надо, ребята.
Да. Майнфилд — это, знаете, как говорят, выбор редакции. Вот выбор редакции — игра Майнфилд. Скачивайте, играйте.